Спонсор канала – компания Thermal Take. Thermal Take – игра еще легче. Всем привет, с вами снова Технокухня. Интересную коробку видеозахвата мы сейчас с вами рассмотрим. Но сразу прошу не обманываться. В названии есть слово «экстрим», созвучное с другой картой захвата, с которой редактор пилит тесты. Но это небольшой маркетинговый обман, как и может вас обмануть запись на страничке продукта Full HD 60 FPS. Это характеристики входящего сигнала. А на самом деле, как и большинство моделей, захват идет в Full HD 30 FPS. Коробище немалое по размеру. Если сравнивать, например, с Live Gamer Portable. Захватывать можно как с HDMI, так и VGA. Внимание! Нельзя, как в случае с Live Gamer Portable, подключить коробку к компьютеру и смотреть захваченное видео в окошке. Нельзя записывать видео на винчестер компьютера. Работает бокс несколько по-другому. Во-первых, найдите SD-карту. Производитель рекомендует класс 10, а мы порекомендуем объем 16 или более гигабайт, чтобы хватило на несколько часов видео. Отформатируйте где-нибудь карту и вставьте в устройство. Запись возможна только на нее. Далее подключите USB кабель к компьютеру, установите драйвер и программу сайта AverMedia. Поддерживается Windows 7, 8, 8.1. В программе куцый выбор. Наилучшее, среднее и низкое качество картинки. Причем в наилучшем случае битрейт только 10 мегабит в секунду. Не всегда достаточно. Разницу между 10 и 20 мегабитами можете видеть на экране. Очевидно, встроенный процессор в коробочке не такой мощный. Они отобрали мой нанокостюм, пророк! Человек? Я человек! Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? Далее, выбрав режим, подключайте бокс к видеокарте компьютера, видеовыходу ноутбука или к приставке, как по HDMI, так и по VGA. Можно по сквозному принципу подключить монитор и смотреть через него. Далее кнопкой вы можете в любой момент начать или остановить запись. Когда запись закончена, можно с карты памяти загрузить видео в компьютер. К сожалению, нельзя по USB кабелю передать видео на компьютер или посмотреть видео с устройства, не передавая файлы. Ну вот, собственно, и все. Однако есть у модели своя изюминка – встроенный микрофон. Допустим, сидите вы с друзьями, рубясь в какую-нибудь игру на приставке. Можно записать не только игру, но и ваши голоса, и в этом фан. Производитель позиционирует модель и для делового использования, записи тренингов, где запишется не только видеопрезентация, но и комментарии выступающего. Микрофон весьма чувствительный, и качество звука вас порадует. Цена изделия на Амазоне $250, что недешево, и на наш взгляд ничего особенного в этом боксе нет. Если вы, конечно, не берете его для записи комментариев к видео. Таким был бокс захвата от AverMedia. А с вами была Арина. Пока-пока. Ну, с первого раза. Отлично.